На данный момент выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие родители. При этом размер прожиточного минимума на ребенка. Новое пособие распространяется на все семьи с детьми от 8 до 17 лет, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. При этом назначать пособие будут уже с 1 апреля. Если семья подаст заявление после 1 мая, то в мае получит сумму сразу за 2 месяца – апрель и май. Главное условие, чтобы ребенку в апреле уже исполнилось 8 лет. В зависимости от дохода семьи пособие может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума. Сейчас прожиточный минимум на ребенка составляет 11 408 рублей. Напомним, заявление на получение выплат можно будет подать на портале госуслуги.